Всем привет на канале Кулинарим с Викторией. Сегодня готовлю закуску из помидоров. Очень вкусная, простая в приготовлении закуска. Я ее готовила к шашлыкам со свининой. Если интересно, ссылочку я вам оставлю в описании под видео. Заходите, смотрите, подписывайтесь. 2 года я жила в Испании. И там попробовала первый раз эту закуску, и она мне очень понравилась. И готовится она очень-очень просто. И я хочу ею с вами поделиться. Существует много разных вариантов этой закуски, как ее приготовить. Все очень просто на самом деле. Убираем вот эту ненужную часть у помидора. Помидоры можно брать для этой закуски очень даже мягкие. Сначала измельчаем помидоры любым удобным для вас способом. На мясорубке, на терке, в миксере или просто вот меленько нарезать, как я. Как можно мельче нарезаем. В Испании эта закуска называется pan con tomate, что означает хлеб с помидорами. Ну вот, я думаю, столько будет достаточно, 2 помидорчика. Помидоры перекладываем в отдельную емкость. Добавляем 3 зубчика чеснока. Я всегда добавляю и свежий чеснок, и сушеный чеснок. Солим. И добавляем растительное или оливковое масло. Ну сколько? Я люблю побольше масла, где-то я добавляю примерно 3 столовые ложечки. И все хорошо перемешиваем. Оставляем помидоры промариноваться. Но это совсем не обязательно, можно подавать сразу. Но если они у вас постоят, пока мы будем готовить свинину, они настоятся, пропитаются чесночком, маслицем, пустят сок. Будет очень-очень вкусно. И для этой закуски нам нужно подрумянить хлеб. Это можно сделать либо на сковороде, либо в тостере. Наша закуска с помидорами готова. Выкладываем ее на подрумяненный хлебушек и подаем к столу. Я ее подаю в этот раз со свининой, с шашлыками. Подойдет такая закуска абсолютно к любому блюду. Получается очень-очень вкусно, готовится быстро и просто. Всем желаю приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч!